хочешь у меня лишить? Вот, бери. Да легко, конечно. Так, посмотрим. Проще простого. Математика мой любимый предмет. Ага, так. Хотя нет. Ну, конечно, вот так. Не оно. Так, а если вот 215 тех минус 443 минус 12 плюс 81 равно минус 155 телег. Неправильно. О, эврика, точно. Так, корень из 9 умножить на корень из 121 умножить и равно 16,5. Тоже нету. Слушай, а если этот Петя половину яблок просто съест, а, в задачке? Не, да? Хорошо. Дарина, ты точно в первом классе учишься? Накиньте, Александра, здравствуйте. Вы же заведующий кафедры математики высшей, да? А вы можете мне тут помочь с математикой? Да, ребенок, первый класс. А, да, не потянете. Ладно, извините. О, я знаю, как ее решить. Дарина, иди сюда. Вот, держи. А что это? Ну, записка от родителей. Скажи, что ты приболела. Угу. Давай, идите. Это уже правильное решение задачи.